Ну что, ребята, извечная проблема — плесень на хамоне. Давайте на своем примерчике покажу. Вот пару дней назад я закончил нарезать перед выходными и просто пищевой пленочкой накрыл хамончик до следующей нарезочки. И за это время на нем появилась, как вы видите, плесень. Что мы с ней будем делать? Не надо брать нож и начинать вырезать. Не надо. Взяли салфеточку кухонную, вот она. Вот я ее просто вот так взял, свернул и эту плесень, как вы видите, просто стер, протерся по всему хамончику. Здесь, я не знаю, тут вот тоже легкая-легкая белая появилась при плесневении. Мы его тоже убираем. Все. Вся проблема решена. Если бы тут чуть сильнее оно было, ну, знаете, как подольше, ну, срезали бы мы кусочек бы верхний. А так, как видите, страшного ничего нет. Все, протерли, хамон чистенький. Этот хамончик, почему так плесень на нем появилась? Скорее всего, из-за того, что это ДБ-йота без сертификации, который мы брали по 144 евро наборчики. И, как видите, в нем мало жира. Он не очень жирный, и за счет этого на нем появилась эта белая плесень. Ничего в этом страшного нет. Просто вытерли, протерли. Берете теперь ножик в руки. Почистили, взяли ножичек ваш любимый в руки. И можете кушать хамончик, наслаждаться вкусом хамона. Не бояться какой-то там плесенью. Все, вот, кушаете, все вкусненько, просто шикарненько. Ты хочешь что-то добавить? Хочется добавить, в связи с чем появляется плесень. Сейчас уже температура опускается, хамончики уже не плачут, не потеют, как выражаются испанцы, не выделяют лишний жирок для смазки. Поэтому в зимний период, когда понижается температура и появляется влага, хамончик начинает себя защищать таким способом. Полезными бактериями, которые на нем живут, он себя защищает от вредных бактерий. А я в это время кушаю. Скажу вам, извините, что я жую просто. Хамон шикарнейший. А вот тут, вот кому здесь хамон нравится? Это Пунта называется. Кто заценил это местечко? А я знаю, кто. Жена моя. Держи. Так что, ребята, плесень. Ничего в этом страшного нет. Это хамон. Это не колбаса докторская. Хамон и плесень. Здесь специально подсаженная плесень. Для того, чтобы другая плесень не появлялась. А эта плесень съедобная. Их два вида. Не помню название. Там пенициллируюс какой-то, еще что-то. Это именно два вида плесени, которые будут защищать ваш хамон от плохих видов плесени. Поэтому наслаждайтесь хамончиком. Кушайте на здоровье. Всем пока. И до новых встреч.